Лукашенко продолжает насиловать Беларусь, и сегодня он дал понять, что слезать с бедняжки он не собирается. А ОМОНы продемонстрировали намерение все-таки обеспечить Григоричу политический оргазм, отгоняя и увечья заступников бедной страны и придерживая жертву за ноги и за руки. Более того, Александр Григорьевич наконец решил торжественно показать тот усатый член, которым он и творит внутреннюю политику, пытаясь поглубже впихнуть его в страну. Сегодня, как вы знаете, был устроен митинг, демонстрация страстной любви народа и президента, чтобы каждый мог бы лично убедиться в колоссальной потенции картофельного диктатора. Была заготовлена и фонограмма оргазмических воплей народа, собравшихся, как я знаю, очень долго тренировали попадать в эту фонограмму, с чем, собственно говоря, и была связана задержка митингов почти на неделю. Вот, кстати, в России у власти этих задержек митингов пока не случалось. И так собрались и начали демонстрировать глубокий страстный политический секс на площади. На зависть всему миру. Но вместо огненной эротической сцены вышла невнятная возня колхозника с резиновой куклой. Да, кукла вела себя вполне прилично и даже периодически вытыкалась из айфонов, кивала и кричала, что положено. Но в фонограмму все-таки не попадала. То есть были заметны недоработки. Но в силу своей резиновости эта кукла и не могла завестись, хотя ее очень долго готовили, собирали по частям, в режиме секретности, в зачехленном виде перевозили в Минск, собирали под контролем самых выдающихся политинженеров из России, Сирии, Сомали и даже ДНР. Но главный же ужас этого представления заключался в том, что лукашенковские 80% подозрительно напоминали 20%, особенно в сравнении с тем людским океаном, который затопил Минск чуть-чуть позже, но уже с красно-белыми флагами. Но вернемся к митингу Лукашенко, в конце концов. Причем нельзя сказать, что там были только переодетые сотрудники КГБ. Нет, это несправедливо, это не так. Пестроты народной массы удалось достичь с помощью смертников из Пищаловского замка, это сезон номер один, которым было обещано полное помилование за активное помахивание флажком на сегодняшнем мероприятии. Пустовали сегодня и обочины белорусских трасс, так как красавец с них собрали и умело, и, надо сказать, очень живописно, инсталлировали в мизансцену поддержки. В общем, все удалось, но будем откровенны, на троечку. Были забавные риторические фрикции про гибель страны, и про «на все готов», и про отхожее место, но забавнее всего был финал. Несмотря на количество этих речевых фрикций, кончить Лукашенко толком не удалось, а по сценарию все должно было завершиться эффектнейшим вставанием усатого тирана на колени перед народом и несколькими громкими ударами лбом в асфальт. Тут Лукашенко, надо сказать, приятно удивил своей адекватностью. Он очень верно оценил качество согнанной публики, отметил для себя пищаловских и сообразил, что если встанет на колени, то еще неизвестно, что могут сунуть в рот, воспользовавшись беспомощностью позы. А вот Путина же, который туманно пообещал поднять с колен, рядышком пока нет. Вставать батька не стал, чем окончательно попортил финал этого спектакля. Кстати, вот тоже занятно. Сейчас Путин размышляет, изваляться ли ему в Лукашенко, или эта куча обладает уж слишком специфическим экзотическим запахом. Зачем ВВ извалялся в Асаде и Мадуре, тоже не вполне понятно. Он давно уже признанный тиранозавр номер один, степенный, уверенный, и это щенковое поведение ему немножко не к лицу. Хотя после всей этой пахучей гнили, по которой ему уже удалось поелозить спиной, Лукашенко больше, Лукашенко меньше, на самом деле никакой роли не играет.
он удовлетворен. Вот иерархия последних тираннозавров мира абсолютно твердо обозначена, хотя, в отличие от всяких мадур-осадов, картофелевод предлагает в обмен на возможность продолжать свой акт с Беларусью практически все. Только спаси его, вот только спаси и саму Беларусь со свежим урожаем картофеля предлагает, и Минск на разборку, и всех зубробизонов из Беловежской пущи. И вообще все, 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 только спаси. Не говоря уже о сыне Коле, навечно в официанты большого банкетного зала Кремля. Ну вот с учетом картофеля и зубробизонов, согласитесь, это очень заманчивое предложение. Так, вообще я должен сказать, что я в движении. Я сегодня даже наповала не планировал, но, как вы сами понимаете, после событий в Минске удержаться было невозможно. Сред на этой неделе из Гельвеции не будет, так как я в движении в соответствии со своими лекциями. Деньги-то надо зарабатывать. Но я обещаю на этой неделе клятвенно устроить какие-нибудь, вот по традиции, какие-нибудь вместо среды. Да? Что это будет, пока не понимаю, но точно, скорее всего, будет.